Всем привет, друзья! Начинаем прохождение модификации «История снайпера. Ловушка судьбы». Это предыстория мода «Темное братство. Проклятые зоны», который мы только что закончили. Однако здесь мы будем играть уже не за Пепла, а за снайпера Леху. Автор модификации тот же, Артем Громов. Ну что ж, давайте начнем и посмотрим, как здесь все будет разворачиваться. Поехали! Тучи сгущаются. Вовремя я добрался. Кто же так зверушек порвал? Здравствуйте, это вы мой проводник? Да, завтра утром мы выходим. В стае пойдут еще двое. Хорошо, до завтра. Есть пиво? Да, 70 рублей. Кажется, я потерял деньги. Можно завтра верну? Да, пожалуйста. Спасибо. Эй, пацан, подойди сюда. Чего тебе? Слышь, поделись пивком. Да все забирай, долг сам отдавать будешь, а мне завтра далеко идти. Спасибо, братан. Ну что, выходим? Да, ты готов? Путь будет долгим. Готов, веди. Мы и очухались после нападения собак, судя по всему. Ох, очнулся все-таки. Сильно тебя собаки покусали в предпанике. Держись, Алексей. Тебя ребята вдвоем тащили. А, трындец. На ногах еле стою. Батя, вояк, что-то не видать. И слава богу, может еще прошнырнешь незамеченным.
Не знаю, зачем мы втроем только скидывались на твои услуги. Еще в зону войти не успел, уже калека. И где моя двухстволка? Не умничай тут, Алеша. Кто вас от собак защитил, предванники, а? Вот то-то. А двухстволку свою мы не нашли. Твою. Зашибись. Ладно, не серчай, папаша. Мы тебе благодарны. Говори, как мы будем преодолевать блокпост вояк, и мы уже пойдем. В общем, сейчас поворачиваешь направо и аккуратненько, незаметно ищешь упавшее дерево, которое порвало колючую проволоку. Там и пролазишь. А остальные как же? Они решили остаться пока в предбаннике на пару недель, поднабраться опыта. Тебе тоже советую так поступить, Леша. Нет, проводник. Как говорится, чем дальше в зону, тем жирнее артефакты. Так что я опыта набираться буду в кордоновском лагере новичков. Хорошо, возьми тогда ПМ и пару аптечек на всякий случай и ступай. Используй армейскую. Миг себя на ноги поставит. Береги себя, Алексей. Спасибо, постараюсь. Бывай, папаша. Так, ну что ж, нас тут приветствуют. Эпизод первый, пролог. Давайте же сразу примем аптечку и, думаю, армейскую. Нам там, по-моему, собаки чуть не подгрызали руки-ноги. Так. Кто у нас тут? Влад Гоблин с нами шел также. И Вася Ядреный. Ну что ж, эти ребята еще пока зеленые. Пускай побудут в предбаннике. А нам нужно уже устраиваться на работу к торговцу. Можем зайти посмотреть, кто мы. Леха, снайпер. В журнале есть заметка, кто я. Меня зовут Павлов Алексей Сергеевич. Я родился 29 декабря 1984 года в городе Новороссийске. Окончил 11 классов, закончил вуз, сослужил в армии 2 года и стал сержантом. Спустя год после этого отправляюсь в Чернобыльскую зону отчуждения за деньгами и острыми ощущениями. Запись 2011 года, у нас на КПК стоит 2007. Как-то так. Как же оставить одну мою сестру Аню? Хотя я думаю, она проживет на стипендию. К тому же я вернусь уже через полгода, а может даже раньше. Потратил большую часть сбережений на услуги проводника, да и с этими двумя кретинами познакомился и провел целый вечер. В это время порвал карман и просрал остатки денег. Даже в местном баре взаймы бухать пришлось. Да и козел какой-то подкатил, общение алкашу надо. Со словами «подавись ты остатками моего пива», я закончил вчерашний вечер. Вот такая вот предыстория. Ну что ж. Проводник нам дал только ПМ и две аптечки. Сейчас надо аккуратно будет пробраться мимо вояк, чтобы они нас не засекли. И двигать в деревню новичков. Так, тут мины. Да, вон уже вижу красные штырьки. Сейчас аккуратно тут вот рядом с забором пробежим. И все будет тип-топ. Отлично, минное поле миновали. Так, уже и пора заворачивать налево. Там кабаны кого-то едят. Но мы сейчас вмешиваться в их трапезу не будем. Оружия у нас толкового нету. Сразу топаем в деревню новичков. Ну что, привет, мужики. Привет, сталкер, заходи. Мы рады любому, с кем можно разделить наш очаг. Как поживаете? Ну, так себе. Недавно наемник какой-то объявлялся в лагере. С Волком и Сидоровичем о чем-то разговаривал. Потом помог отцу Валерьяну на его базе. Мы было уже стали ему доверять, так через несколько часов пленный майор смог выбраться с базы, а потом с вертушек ферму приутюжили. А кто-нибудь выжил? 10. Всех их знаю. Валерьян, Крюгер, Толик, Пират, Юра, Шишка, Серый и еще 3 сталкеров. Серый взял 5 и ушел на свалку. Валерьян в лагере. Крюгер с остальными тоже где-то на кордоне трется. Понятно. Так, ну что ж. Пойдем к Сидоровичу. Волк, если какое-то дело, то к Сидоровичу или Валерьяну. А мне, молодняк, сторожить надо. Но я как раз к Сидору и направляюсь. О, тут кое-чем можно поживиться.
водка пока пускай лежит. Так, а у Сидоровича тут охрана. Лёлик, стоять! Пароль! Откуда же мне знать? Новенький, что ли? А по моей снаряге не видно? А твоей снаряги и не видно. Ты к Сидоровичу? Нет, блин, просто так решил зайти. Конечно, к Сидоровичу. Ладно, узбогойся. Заходи, но помни, я слежу за тобой. Понял. Вернулся? Откуда? Здравствуй, старик. Это ты, Сидорович? Естественно. Я новенький здесь. Это сразу видно. Я же тебя первый раз вижу. Как зовут хоть тебя? Лёша, я слыхал, что ты даешь работу таким, как я. Да, это так. Сейчас посмотрю, что есть в моей записной книжке. Так, во. То, что надо. Слушай, вчера я послал диггеров на элеватор искать кое-что. Они нашли, но сказали, мол, ты, Сидор, за доставку не платил, присылай курьера и нашу награду. Ну, как, возьмешься за доставку? Плачу 5000 тугриков. А почему бы и нет, возьмусь, со снарягой подсобишь? Ого, нифига себе. Ладно, держи автомат Калашникова 74 года, укороченный. Патроны 5.45, 3 пачки, армейскую аптечку 2 штуки, 2 бинта, консервы, хлебушек и походной рюкзак. От гонорара остается 500 рублей. Ха, ну что ж. Идет. Вот возьми, это отдашь диггерам. А вот это передашь Валерьяну, чтобы он выдал тебе отряд. Договорились, не прощаюсь. Так, задания мне не интересны. У меня два ПМа есть. Я смотрю, один дорогой, один дешевый. Что могу... за бодягу ты мне приволок? Я тебе могу дорогой продать. Хотя как-то странно. Может просто в одном... Нет, и там патроны имеются. Как это так получается? Странно. Ладно, Сидор. Держи, дорогой. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Все, бывай, Лёлик. Ну, приветришься, заходи. Хорошо. Так, уже немного посветлело. Дождь, наверное, скоро закончится, но... А мы пока двигаем... А куда мы двигаем? Нам же нужно к Валерьяну передать записку. А он, судя по всему, как я понял со слов Волка... Отец Валерьян, вот он. Сидит в лагере новичков. Так, возможно, в подвале, потому что я вижу, там кто-то есть внизу на миникарте. Да, вот и он. Хочешь знать правду о зоне? Представь себе, я тоже. Давай делиться информацией. Здравствуй, отец новичков, я к тебе по делу. Привет, это ты, Валерьян, как я понимаю? Да, это я. Нормально у тебя варит котелок, слушай. Я по делу. Только появился здесь и уже по делу. Тебя хоть как звать-то? Алексей? Ну, Лёша. А прозвище как? Да нету его пока. По какому делу? Мне нужен отряд для выполнения задания, Валерьян. И из чего бы я его тебе дал? Я тебя толком не знаю, вдруг ты выйдешь подальше от лагеря, бац-бац, и нет моих орлов, а хабар их себе соберешь. Вот, в общем, записка от Сидоровича. Так, а ну-ка, ну-ка. Подпись его. Убедился? Ну, раз Сидор тебе доверяет, то дам тебе лучший мой отряд. Крюгер как раз только что вернулся с вылазки. Я скажу ему, чтобы построил свой отряд у входа в этот подвал. Вот, спасибо. Крюгер, мне сказали, что твой отряд в лагере. Построй их у входа в подвал. Сейчас подойдет сталкер, возглавит вас. Отлично. Построю их у входа в подвал. Ё-моё! Отряд новичков. Еще и честь отдает. Нифига себе. Мужики, вы чего это? Почему тут люди стреляют в людей? Так, встретиться с отрядом. Так а с кем переговорить? Вольно, бойцы! Ты Крюгер, я Лёша, твой временный командир. Рад познакомиться, отец Алексей. Когда выдвигаемся?
Сейчас? Хорошо, начальника. Вот только куда выдвигаемся? Да на элеватор, там ждут Диггер и Сидора с посылкой. Отдаем деньги, забираем посылку и топаем обратно. Хотелось бы успеть до наступления темноты, да вот получится ли. Ладно, пошли. Слушай, но только не ругайся. Мы только что с вылазки, дай хоть нам хабар скинуть. Ты иди, а мы тебя потом догоним. Эх, ладно, встретимся на элеваторе. Товарищ старший лейтенант, мы уже над зоной. Хорошо. Рота, готовьтесь к посадке. Суворов, держи Егорова, а то его сейчас стошнит. И смотри, чтобы Веласкес не спрыгнул. Так точно, товарищ старший лейтенант, к высадке готовы. Не понял, какой высадке. Это что, сейчас тут военные прилетят? Интересно. Хм. Так, ладно, но нам надо двигать на элеватор. Эти ребята должны нас догнать. Ну вот, я сейчас иду по дороге и летит, смотрю, вертолет. Ну и куда ж ты полетел? Чего тебе тут надо? Давай на базу. Вроде улетел. Фух, пронесло. Тем временем мы уже подходим к элеватору. А тут уже ребята нас ждут. Беззубы, хрен, тормоз и наган. Да, компания еще та. Без зубы. Мда, умеет Сидор Диггеров выбирать. Слышь ты, золоторотик, ты что-то не нравится, а? Да успокойся, все мне нравится. Я от Сидора пришел груз забирать. Короче, бля, ты даешь нам 10 стукарей и 5000%, а мы тебе даем твой груз. Мы же здесь его целые сутки сторожим. По грабарям... По грабарям? Из интеллигентов, что ли? Короче, ты забываешь про проценты, даешь груз, и мы расходимся по-мирному. Слышь ты, баклан, оборзел, что ли? Подожди, вот мои пацаны подошли. Пойду перетру с ними насчет процентов. Так. Валим их. К оружию! Ё-моё. Тут нас завалили! Да дайте мне хоть пострелять. Что, все уже? Кто остался? Кто остался? Блин, Крюгера замочили, вот это плохо. Вот это мне не нравится. Потому что Крюгер же в будущем должен быть на АТП, а его уже замочили. Нехорошо. В общем, пришлось переиграть с самого начала, потому как я тут неудачно сохранился уже после того, как Крюгера замочили, а промежуточных сохранений не делал, поэтому переиграл. Тут поменялась погода. Если кто-то не понял, почему я сказал, что Крюгер в будущем должен быть на АТП, я имею в виду то, что в моде «Темное братство. Проклятая зона», которая является продолжением истории этого мода, Крюгер будет в группировке «Восход» состоять и будет сидеть на АТП. И там же будут вот эти вот ребята, старшина Суворов, Орлов, которые сейчас, судя по всему, военные. И вот прилетели в зону. Довольно интересно сейчас проходить этот мод, и уже зная, что в будущем некоторые из персонажей будут в определенных местах и в определенных событиях будут задействованы. Итак, сейчас я уже не буду убегать. А, сразу начинаем перестрелку. Так, кто-то там, кто-то смылся. А ну, иди сюда. Во-во, кранты тебе. Все, готов, голубчик. Так, пока у нас не особо много хабара, собираем все. То, что не надо, продадим потом Сидоровичу.
Отлично. Ну что, все наши вроде живы. Да. Так, ну что, мужики. Все, можете успокоиться. Все нормально. Так, где Крюгер? Фух, блин, вовремя вы, пацаны, иначе они бы меня положили. Да не за что. У этого придурка груза не оказалось. Все окей, Толик его за домом нашел. Они особо не заморачивались спрятать его. Отлично, давай его сюда. Держи, мы тут ща трофеи соберем и догоним тебя. Сначала доложи валерьяну. Так я уже вроде все собрал. Что было? Уже вам ничего не оставил? Ну ладно. Кстати, какие-то сообщения, сталкер Бубулюк. А что делать, если вас кидает гранату куриный свободовец? Оторвать кольцо и бросать ее обратно. Ну, очень смешная шутка. Бубулюка в своем стиле, как всегда. Это, походу, отсылка к ОП-2. Потому что там был такой же сталкер. Кстати, раз вы решили собирать трофеи, может, я вам продам пистолеты? Как вы на это смотрите, а? Пистолеты могу продать. Вот этот вот ствол, конечно, крутой, но где же мне патроны раздобыть такие натовские? Может, его продать? Даже не знаю. Так, это я случайно. А может, и пистолетов вам хватит? Что-то я не понял. У вас что, денег у всех... дофига. Странно как-то. Хотя ладно, пока эти два ствола попридержим у себя. Но с другой стороны, нафиг нам этот натовский ствол. Здесь таких патронов не найти. По пути к Сидоровичу решил забежать в этот вагончик. Давайте заберем здесь ПБ. Вот с ним сейчас будем уже ходить. АПМ тогда можно будет продать. Да и думаю... Так, рюкзак возле деревни появился. На первых порах нам нужен любой хабар. Сейчас посмотрим, что за рюкзак. Я уже бегать не могу. Этот хабар... среди аномалий и еще под боком у кабанов. Ну, сейчас посмотрим, что тут у нас. Вот он. О, неплохо. Шоколад. Полезен для мозгов. Сладкая вкусняшка. Круто. А нам, оказывается, сначала не к Сидоровичу, а надо к валерьяну зайти. Так, ну что, валерьян... Здрав будь, Алексей. Как там ваше задание? Крюгер жив? Крюгер жив, здоров. Лежит в больнице. Шучу. Давай, Крюгер. Сам доложит. Ладно. Удачи тебе, Лёша. Ну вот теперь можно к Сидоровичу. Так, а что это тут? Не понял, а что это вы здесь стоите, ребята? Кривоног. Толик. Привет. Вернулись уже? Ага. Деньжат уже срубить успели. Водочкой затарились. А пират где? Эх, не знаю, Лешек. Пропал. Тварь его какая-то утащила в заросли. Не успели мы спасти его, да и не сразу заметили. Печально. Ну, теперь хоть есть чем поминать. Держи вот. Тут хоть и немного, но на пару аптечек хватит. Просто я гляжу, у тебя с финансами проблемки. Ладно, бывай, Леха. Спасибо, ребята. Так, пропустите меня только, пожалуйста, к Сидоровичу. Так, ну что? Хабар принес. Контракт выполнен, Сидорович. Правда, тигеры твои проценты требовали, пришлось их утихомирить. Отлично, давай груз и получай свои оставшиеся 500 рубликов. Спасибо, будут лишние деньги, работа, обращайся. Замечательно. Так, сейчас я хочу тебе продать ПМ. ПМ. Пожалуй, СИК тебе продадим. Неплохо. Хороший товар. Но я рад, что тебе понравилось.
Вот эти патроны мне неплохо. Не нужны. Хороший товар. Да и вот эти не нужны. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Все, Сидор. Ну, будет еще, заходи. Я понял. Так, а ты ремонтом занимаешься? Брони, автомата. Давай, и то. Так, работа пока. Эти задания выполнять не хочется. Ну, что делать дальше? Заходи. Я понял, что дальше будем делать? Заданий никаких нету, может с кем-то пообщаться. Кстати, не спрашивали про этого наемника мы. Наемника хоть нашли? Нет, он практически сразу в сторону свалки рванул. Волк говорил, Шрамом его звали. Ладно, проходи уже на посту я. Интересно. Молодец. Очень даже. Молодец. Так, может Волк что-нибудь предложит? Нет, ничего не хочет нам сказать Толик. Ну мужик ты прям певец. Спасибо, Леха, как сам? А мы разве знакомы? Ну как же, я же в отряде Крюгера состою. Столько вместе пережили за последние несколько часов. Блин, извини, как-то на состав отряда не обращал внимания. Толик, да? Да, Леха. Слушай, я, кажется, знаю, какой монстр напал на нашу группу и убил пирата. И кто же это? Просвети. Ну, так подло могут нападать, насколько я знаю, а я ни черта не знаю, только Кровосос или Снорк. То я думаю, что это Кровосос. И что же тебя навело на такую мысль? Ну, у снорков на кордоне отрядясь не было, а кровососы изредка все-таки забредают в наши края. Да, от волка слышал. Вот это как медом. Что ж, значит, надо предупредить всех ребят. Это я просто Волку или Валерьяну скажу. Они уж всех предупредят. Ладно. Что сейчас делать собираешься? Да вот, хочу до болот прогуляться. Там, говорят, группировка «Чистое небо» обитает. Хотелось бы посмотреть, что это за ангелы. Слушай, Леха, а можно с тобой? А ты разве не устал после двух вылазок? Да не, норм все. Ну, тогда ладно. Только я слыхал, что на болотах очень опасно. И что ты предлагаешь? Я слышал, что на ТП есть чертежи безопасных путей на болото. Может, сходим туда? Ну, вроде недалеко. Не дальше, чем на элеватор. Пошли. Петруха с группой бандюков 2 недели назад пинками оттуда. Ладно, раз там безопасно, пошли. Ёкарный бабай. Я ранен. Держись, Толян. Положим мутанта. Тихо. Ё-моё, вот и кровососа нашли. Ты как держишь пистолет, стрелок? Хренов. Так, добраться до АТП. Пойдем. Или у тебя... шок после того, что с нами произошло. Пойдем. Так, а я что-то не понял. Он успокоился и уселся здесь у вагончика. Проткнул кровосос меня как когтем. В живот! Срочно нужна аптечка, Леха! Лежи, ща я тебя подлатаю. О, уже лучше. Спасибо, Леха, я твой должник. Да ладно, с кем не бывает. Нет, вот лучше возьми мой обрез. Извини, ничего другого нет. А как же... А ты как же? Да, я ПМом обойдусь. Не, ну ты прям снайпер. Да ладно тебе. Не, ну вот тебе и прозвище. Снайпер. Во как. Ну что ж, снайпер так снайпер. Пошли дальше. Нет, снайпер, извини. Сильно меня кровосос зацепил. Не смогу я далеко идти. Ты один справишься. Кстати, вон пацаны какие-то сидят. Ты спроси, как пройти на ТП у них. Ладно, спрошу у тех чуваков. Бывай, Толян. А где ты видишь чуваков? Интересно. Каких чуваков ты тут видишь? А, вот этих чуваков, походу. Так, мужики. Бурбон. Ха. О, здорово, ребята. Не подскажете, как пройти на АТП?
Подскажем, подскажем, пацанчик. Выходи за этот холм, за моей спиной, и сразу ткнешься в АТП. Вот спасибо. Не, ну бывают же тупые лохи. Но так, лохи, ну такого я вижу впервые. Лови леща, фраер. Ах ты ж сволочь. Ё-моё. Э, пацанчик, ко мне, быра, я на втором этаже. Не попадись никому ни на глаза. Так, не понял, нас собак... Нас же не обокрали. А что произошло тогда? И... Ладно, сейчас разберемся. Так, тут все враги. Но один нейтрал. Нейтрал, судя по всему, бурбон. Да, так, ну чё? Ну, пацанчик, там сталкерня попёрла. Я валю. Хочешь выжить, затихарись. Бандитов положат, тебя наверняка освободят. А залазь на чердак, там тебя искать не будут. А тебя типа совесть заела? Прячься, фраер. Я побег. Так. Ладно. Все. Сталкеры. Ой, уже одного замочили, а как же они справятся? Мне же надо им помогать. Че это вы мне затихомириться? Так. Где бандюганы? Или уже всех замочили? Что-то я смотрю, трупов на мини-карте все больше и больше появляется. Не, вроде сталкеры справляются. Да вообще. Просто... Прирожденные убийцы какие-то пришли. Так, бурбон свалил. О, тут хабар. Отлично. Ладно, они там пока разбираются. Я здесь посмотрю, что в ящиках есть. А что у нас в задании? Узнать дорогу на болото. Так у кого узнавать-то? Сейчас у сталкеров, может, спросим. Ой! Мужик. Или подождите, это бурбон. Он нам нейтрал. Ладно, его трогать не будем. Не знаю, что с ним сейчас сталкеры сделают. Фляжка с водой. Нашли. Можем взять. Батон тут лежит еще. Так, ладно, тогда обыщем сейчас всех бандюганов. Поговорить надо будет со сталкерами, кто остался. Походу, какой-то только один мужик, да, остался. А всех остальных прибили. Спасибо, что освободили, ребята. Где ваш главный? Отблагодарить бы его. У костра поищи. Да, вижу, заспавнился. Так, ладно, сейчас я здесь прогуляюсь, соберу хабар. В общем, походил я тут, погулял, собрал хабар и вот обнаружил, что у нас куртки нету. Походу, ее бандюганы забрали. Также нашел вот такой вот крутой ствол у одного бандита. Не знаю, откуда он его взял, но ладно. Так, ну и теперь давайте поговорим с главным из сталкеров. А он вот здесь вот в кустах прячется, Петруха. Не шелести в кустах. Привет, спасибо, что вытащили. Да не за что, я Петруха. Мы постоянно выбиваем бандюков с этого ТП. Они всегда возвращаются. А я Леха, снайпер. Сталкер, я слышал, ты ищешь группировку «Чистое небо». Подойди в лагерь новичков, поговорим, сторгуемся. Понял. Рад познакомиться, снайпер. Мы тут кое-какие вещички нашли. Твое, наверное, возьми. Да, мое. Только у меня не было комбинезона сталкера. А куртка обычная, спасибо. Ну, пойду я. И... У меня не забрали бандиты почему-то мой АКСУ-74У, но забрали костюм. Сейчас мне выдали комбинезон сталкера. Ну ладно, мне же лучше, больше хабара. Уже даже перевес. Так, ну все это теперь дело надо дотащить.
до деревни новичков, продать кому-нибудь, или новичкам, или Сидору, и будем разговаривать с Холодом. Ну что ж, раздал я новичкам, что мог, из оружия, остальное отдал Сидоровичу, продал. Немного денег у нас стало побольше. Ну и вот в одном из подвалов стоит Холод. Привет, ты торговец? Да, меня кличут Холодом, я из чистого неба. А я думал, что вы секретная группировка. Все равно про нас уже многие знают. К тому же по зоне уже достаточно наших агентов, которые их раскрыли. Главное, у нас Лебедев, глыба, а не мужик. На нем, считай, все держится. Интересно. А что у тебя на продажу есть? Да и да, в основном. Есть, правда, эксклюзивные стволы. Но остался только один, АК-74 с увеличенной скорострельностью. Был еще Абакан, АН-94 снайперский. Да 15 минут назад сталкер купил, бергамот. Сколько стоит калаш такой, модернизированный? Ну, здесь редко кто бывает, тем более с деньгами. Поэтому 6 тысяч. Деревянных? Естественно. Давай так, я даю тебе 1000 рубликов и мой АК-74У. А ты мне свою модификацию. Идет. Спасибо. Если будут еще какие новые стволы эксклюзивные, скинь мне смс-ку. Может, куплю что-нибудь. Бывай. До встречи. Так, вот такой скорострельный получили ствол. А я не понял, ты же не забрал мой АК-74У. Не, ну слушайте, ну что это такое? Оружие убрал. Правда, честно говоря, он как-то выглядит по-билдовскому. Хоть он и покруче, но, честно говоря, глазу намного приятнее ходить вот с этой пушкой. А вот, кстати говоря, этот бергамот. Здравствуй, сталкер. Это ты, что ли, купил АН-94 прокачанный? Да, я. А ты тоже эксклюзивы любишь, как я вижу? Да. Слушай, брат, дело к тебе есть. Хрен сварился. Будешь есть? Шучу. Говори, что за дело. Да я вот техник, мне нужны инструменты. Я слышал, что на кордоне где-то есть инструменты. Может, сходим, поищем, вдвоем быстрее найдем, заплачу 5000. Ладно, пойдем. Слушай, я обещал Холоду отработать ствол. Ты пока сходи к Сидоровичу, узнай, где они могут находиться. Уж он-то знает. 1000 рублей еще дал. Ну, давай. К Сидоровичу заглянем. Может, Сидоровичу этот скорострельный ствол продать? Потому что... Что притащил? Тут только точность немного выше. Скорострельность-то как бы не особо-то я и ценю. Здорово, Сидор, как жизнь молодая? Уж кто бы говорил о возрасте. Как сам Леха? Да нормально, Толик мне кликуху дал, снайпер. Ох ты ж как, а за что это? Кровососа недавно завалил, да прям в голову, он свидетель. Я вообще-то по делу. Мне нужно узнать, где на кордоне можно найти инструменты. Вообще-то инфа много стоит, но нравишься ты мне, снайпер, за так скажу. Но ты мне будешь должен. Короче, на элеваторе наверняка уже давно все выгребли местные сталкеры. А вот на развалинах хутора еще могли остаться, там поищи. Спасибо, Сидорыч. Бергамот, я раздобыл информацию, встретимся на развалинах хутора. Отлично, снайпер, я уже у моста. Угу. Так, Сидор. Ну чё? Скорострельный АКС. Будешь брать? Неплохо. Хороший товар. Правда, я его разрядить молодец. Забыл. Я доволен. Ну чёрт с ним. Заходи. Так, на развалинах, говоришь. На развалинах. Он уже у моста, на каких развалинах? На развалинах. Может, на вот этих развалинах? Возможно. Ну что ж. Сейчас надо преодолевать насыпь.
Здесь военные, как всегда. Здесь проход воспрещен, сталкер. Мне надо дальше. А нельзя, но если хочется, то можно. Например, за 500 рублей. Но держи. Вот теперь можем пройти. Так, сейчас тут еще поживимся, чем можно. Чего стоишь, сталкер? И тупаем к этим самым развалинам. Встречаться с Бергамотом. Но разговаривать с ним мы будем уже в следующей серии. Да, он действительно здесь. А на этом всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи и пока.